Пока взрослые и дети встречали теплый сезон, представители Совета депутатов Ленинского округа проверили работу Центрального парка и осмотрели территорию на предмет чистоты и порядка. Попробуем сегодня с коллегами посмотреть прежде всего за убранством и как мы хорошо подготовились к открытию, за убранством наших парков. Сегодня все депутаты работают, объезжают свои территории, смотрят на чистоту дворов, улиц, придомовых территорий. И, конечно, потом, когда уже мы все закончим, вместе с детьми придем сюда, покатаемся на аттракционах. Мы открываем сезон в наших парках, в нашем прекрасном парке, в Центральном парке, многолюдно. Вот, фонтаны уже работают, аттракционы, детишки приходят веселяться. Я надеюсь, что весь сезон будет проходить так же многолюдно, так же приятно. Обязательно еще вернусь с семьей на прогулку по этому парку. Открытие летнего сезона в самом разгаре. В Центральном парке прошли ярмарка, выставка картин. Проведены мастер-классы для детей и взрослых. А на сцене выступили артисты с песнями и танцами. Выходной в парке без концертов представить уже сложно. Площадка притянула к себе множество зрителей, которые подпевали артистам и с интересом следили за номерами танцевальных коллективов. В зоне мастер-классов своими руками можно было сделать украшения, создать аппликацию или открытку. Капитошки делаем. Квиллингом мы занимаемся. У нас много разнообразных мастер-классов. В данный момент девочки делают именные браслеты. Ира Кустова, пользуясь возможностью, решила сделать приятный подарок другу. Что делаешь? Браслетик. Что на нем будет изображено? Сердечки, улыбочка и его имя. В мастер-классах охотно участвовали не только дети, но и их родители. Двое дочерей Татьяны Симонович захотели сделать своими руками игрушку. Мама не осталась в стороне и присоединилась. Расскажите, что делаете в данный момент? Капитошку. Почему решили поучаствовать в мастер-классе? Дети захотели. Я с детьми. Евгения Потапкина пришла с сыном и даже наметила план мероприятий, которые им было необходимо посетить. Решили посмотреть. Очень весело здесь, интересно. Много розыгрышей. Катались на аттракционах пока только. Сейчас пойдем смотреть выставку картин и слушать оркестр. Открытие теплого сезона удалось. Приходите в парки Видного. В выходные здесь будет много интересного. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.